Приветствую вас, друзья. Снова с вами Олег, Кухни Шанс. И сегодня, как обычно, моя любимая тема кухни. Поговорим о том, как мы их собираем в цеху и о проблемах, которые могут в будущем возникнуть у клиентов, если будут неправильно установлены механизмы. Как вы видите, здесь кухня, которая полуфабрикат, и собрана она по принципу корпусной мебели, каждый корпус отдельно, в который установлены выездные элементы и собраны корпуса на шурупы. Не на скрепки, не на секоты, а именно на шурупы, потому что шуруп все-таки он придает прочность корпусу, и у нас не возникнет проблем расслоения кантов. Разъединение соединения имеется в виду. Дальше я хотел бы вам рассказать, что происходит с выездным ящиком, если он установлен неправильно. То есть, если он установлен просто вручную, не присадочным станком. Что получается? Значит, если мы устанавливаем не присадочным станком, получается, что мы не можем точно установить полозья от края бока, а положено 4 мм. То есть, если с одной стороны полозье будет установлено на 4, а с другой стороны оно будет установлено на 5, а еще хуже, на 6 мм, то в будущем у вас получится, что одно полозье доводчик срабатывает по одному, а второе совершенно по-другому. И в итоге у вас прекратит работать доводчик и, естественно, прекратит работать сам ящик, как положено. На ящик распространяется гарантия 10 лет. И только в том случае, если установить правильно выездной механизм, он будет работать долгое время. Перейдем сюда. Здесь мы видим кухню, которая уже практически готова к отправке к своему хозяину. Также здесь установлены все фасады. Мы видим, что фасады здесь с ручкой интегральной. Все работает четко, исключительно. На двери, которая имеет 60 сантиметров шириной, установлено 3 петли с доводчиком. Это говорит о том, что в будущем зазоры, которые установлены между рядом стоящим корпусом, они не изменятся. Это очень важно, друзья. Дальше перейдем к клапам. Верхние фасады, обратите внимание, как они открываются. То есть также их можно установить в определенный градус, либо таким образом, чтобы они открывались. Ни в коем случае нельзя, чтобы фасад дергался кверху. В этом случае у нас происходит давление на крепежные механизмы, и фасад перестанет правильно открываться, а еще хуже, он может просто испортиться, отлететь. Ну вот, дорогие мои, короткое видео, информация, как мы работаем, как мы собираем наши кухни. Я думаю, что вам было полезно об этом узнать. Ну и с вами был Олег, Кухни Шанс. До следующих встреч. Всего доброго.